Всем привет, меня зовут Виктор, и это прохождение Horizon Zero Dawn. Что, сегодня тогда мы пойдем по вот этим всем по вот этим вот. Посмотрим, будет ли это сегодня у нас завершение сюжетной линии, или же это... Никогда не знаешь, когда пригодится. Или же нет. Или... Тут сколько травы лечебной. Чем-то маленечко вот архитектура напоминает этот метро Exodus. Что с тобой поговорить можно? Акула? Мы с тобой виделись в роще Банук. А Луки? Я тоже тебя помню, Нора. После твоего появления машины пробудились. В такой ярости. Ну, я не виновата. Нет. Я благодарна. Той ночью я приняла решение не возвращаться в Банур. Теперь я буду охотиться здесь. Как же много машин. Даже демонов. Ползают везде, шастают. Ни в одном нет синевы. Мертвые, которых нужно убить. Наши враги таких много накопали. Угу. Армию. Да. Потому-то я здесь. Ладно, подожду. Ладно, подожди. Не, ну по сути мне эти же и не надо. Это же доп там. Осмотрите то, осмотрите то. Ну, ладно, давай мы сходим, осмотрим. Выше деревьев. Вождь Сона. Вождь, вы что-то не так? Нам, Нора, здесь не место. Мне здесь не место. Я сражусь с бесом, что угрожает нам всем. Но мое место на священной земле. А здесь я словно хожу по наконечникам стрел. Простите, что так получилось. Не извиняйся. Это все кончится. Мое копье, мое слово. Не понял, что кончится? Твое копье или твое слово кончится? Блять, вы не могли бы это как-то попонятнее изъясняться? Здравствуй, Алой. Нет, не кланяйтесь. Избранной не нравится. И еще не нравится, когда ее называют избранной. Я очень рада тебя видеть, Варл. Я дал слово. Ну, что скажешь? Похоже, это будет финал. Похоже, это будет финал, бляха-муха. Много нового с тех пор, как тебя встретил. Спасибо тебе. Варл, что не так? Правда хочешь знать? Ладно. Я на чужой земле, на грязной земле. Защищаю город безбожников, ни на что не похож. Началось, от чего-то, чего не могу представить. А ты... После всего, что было, что ты сделала? Вроде бы надо пасть перед тобой на колени, но я знаю, ты разозлишься. Да, слушай, тяжело тебе. Пиздец, как тяжело. Спасибо, что велела мне кланяться. Только этого мне не хватало. Не сердись на них. Они здесь лишь потому, что избранная велела. И ты поэтому? Нет. Я пришел тебя увидеть, Элой.
И мы должны победить беса, потому что богиня сказала. Или ты сказала. Думаю, мы с богиней едины во мнении. Обе рады, что ты здесь. Я тоже. Ух, ладно. Пофлиртовали, пошли дальше. Да кто они такие? Называют себя Элой. Все повторяется. Впереди битва. Только на этот раз враг вооружен куда лучше. Что у них там за армия? Точно не знаю. Но их будет много, и у них будут машины. Если они прорвутся, гибель ждет не только Меридиан. С ним погибнет весь мир. Надо будет у барыги закупиться как следует. Так. Это по нашей части. А, парни, где всегда авангард? В авангарде. На передовой! У-у-у. А почему? Сталь прочнее железа! Что будем делать? Будем бить молота, пока не рухнут! Молодцы! Слышал? А чё у вас всего четверо? Авангард никого не пропустит. Сразимся за город. А чё у вас всего четверо, блядь? Из-за тебя. Спартанцев-то этого 300 было. А вас всего, сука, четверо. Чё, всё? На гряде теперь. Так, на гряде. Лады, давай. На гряде посмотрим, чё они там. Что они там. Ну, похоже, да, это похоже финал. Сейчас я ебал. Сколько мы там в финале будем драться? Блин, тут так-то, в принципе, еще дохерища, что это. Исследовать-то можно. Собрать все эти там детали. Доспехи у тебя? Ну да. А не слишком ли это? Что? Оставить. Ничего. Элой, говорил же, что приду. Тэп. Говорил, Тэп. Порту, что ли? Но разве твои раны уже успели зажить? Если придется драться, я разойдусь по швам. Но не волнуйся, драться будут другие наши, возле шпиля. А я только принес припасы. Эти карха назначили меня почетным интендантом каким-то. Внушительно. Мне тоже нравится. Мы разложим под такими знаменами оружие и лекарства. Это все пригодится тебе в бою. Угу. Элой, когда ты вошла в гору, богиня не сказала, у нас есть шанс? Я не спрашивала. Я знаю, нам это по силам. Может и так. Бьюсь об заклад, что о выдаче дервала хлопотал Ирен. Озеран держится друг за другом. Так, все. Надо быть на чеку. А я еще не осмотрел приготовление на гряде. Да? Может, с этими надо еще? Охотница, ты позвала, и я пришла. Я тебя даже не помню. Готова к бою? К бою? А я думала, ты на чаек приглашаешь. Не знала про бой, предупреждать надо. Хо-хо. Не может быть, шутница. Ты всегда все знаешь. Да, это верно. Пару раз виделись, а ты так хорошо меня знаешь. Я тебя совсем не знаю, но хотела бы. Наверное, ты имела в виду не то, что я подумала. Секрет хочешь? Какой? Я ждала этой битвы всю свою жизнь. Это тот самый враг, что превратил Меридиан в рынок рабов, а закатную крепость в кровавую бойню. Фанатики, которые пытают и убивают матерей, отцов, родных, детей и говорят, что на то воля солнца. Я ненавижу их, Элой. Моя спина вся исполосована шрамами от их кнутов. И сегодня мы покончим с ними раз и навсегда. Да! Я пришла на твой зов. Но не только. Я пришла за ними. Угу. На сей раз им от меня не уйти. И я помогу тебе. Все. Замет. Сразимся вместе. Спасибо, юная охотница. Пусть солнце воссияет над новым миром.
Ну ладно, и давай. Не, подожди, а что, с кем здесь еще поговорить-то надо? Даже если ты потерялась, я стражник, а не городской глашатай. А вот еще стоит какая-то кукундрище. Элида, я рада тебя видеть, но что ты тут делаешь? Помогаю с подготовкой. Будь Атрал здесь, мы бы сражались вместе, я знаю. Стараюсь делать, что могу. Это копаю та... ямы, собираю травы. Чучундра. Словом, все, что потребуется. Ну да, похоже, это финал. Похоже, финал. Все собрались. Я не могу заменить его. Его никто не заменит. Но я здесь за него. За нас обоих. И я понимаю, что он в тебя нашел. Он всегда со мной. Солнце и тень сливаются на миг. Что-то мне кажется, погибнет Элида. На всякий случай. Но надеюсь, не понадобится. Спасибо, Элида. Береги себя. И что ты мне там подсунула? Противоядие? А что? Лечебного зелья нету? Еще при старом короле я был стражником. Сейчас совсем не то. Блядь, там еще с кем-то поговорить надо, что ли? Да заебали. Дайте я пойду. Я пойду барыгу сперва найду какого. А здесь барыга вообще есть? Барыга. Да, вот он. Надо лечебных зелий купить. Мои товары самые лучшие. Лучше товаров нигде не найти. Лучше товаров нигде не найти. Давай товары в дорогу, а то потом А у меня не взрыв прошаг архатьмы, интересно. Так, у меня какая, как ты называешься? А, ну у меня взрыв прошаг архатьмы. Прощай, проша. Так, продавать. Сперва мы будем продавать. Так, ладно, это мы не будем продавать. Так, ну в принципе... А, подожди. Это для копья, да? Треуголка. Ну, ты на 18, ты слабенькая. Скрытности. Выходи, смотри товары. Я дам хороший. Бери, что нужно. Не нужно. Нигде не найдешь товаров лучше. Собралась в дорогу. Лучше купить. Тебе понравятся мои товары? Ищешь что-нибудь? Thank you.
Что-нибудь хочешь купить? Свинина моя там. Бля, может тебя поставить? Может тебя заменить повреждение брони? Сюда поставить на урон. Ну вот эту, то есть броню на урон заменить. Тут фулл урон, да? Сколько придется? Обожаю, когда ты так говоришь. Так. Как? Бодро. Так ты, значит, и есть Элой. Я думала, ты побольше. Побольше? Ну, потолще. Как шестерня, не как гвоздик. Я не в обиду, ты девка очень ладная. Ты мне глазки строишь, неподходящий момент. Неподходящий? Да битва даже не началась еще. Петра Кузнечиха, со Свободной горы. Я уйду с очередной пыльной бурей. Марат попросил меня осмотреть арсенал. Орудия в порядке, но я еще прочистила им глотки, чтобы аж ревели. Спасибо, Петра. Не буду мешать. Работать с металлом – одно удовольствие. Береги себя, огневолосая. Не, конечно, штука прикольная, но как я с ней ходить-то буду, ёптать. Хорошо, что я это нашла. Вообще зашибись. Так, чё, травы? Бля, вот хер знает, собирать эту траву, не собирать, блин. Так, ладно.
О, достиг. Отлично, теперь я могу... так, где тут было? По две стрелы пускай, да? Все отлично. И... так, надо было отдохнуть перед решающей битвой, да? Ух. Пошли отдыхать, чё, Эллочка. Дом Олина выглядит пустым. Ну что, ложиться спать? Вроде со всеми делами разобралась. Точка невозвращения. Ну, давай. Фух. Лежала такая ответственность. А ты, Раст, после убийства твоей семьи. Сайленс, ты тут? Что просить совета у призрака? Король Солнца Алат ожидает в храме Солнца. Просто костры. Армия собирается перед долгим маршем на город. Боюсь, это не костры. Тогда что? Что-то. Конец. По крайней мере, его начало. Даже мне очково. То есть те самые истребители. К пушкам! К пушкам! Давайте! Не стойте! Выполняйте приказ! Все готово! По команде! Начнем стрелять! Думаешь, это их остановит? Вот сейчас и узнаем. Солнце.
чем ты борешься? Зашибись. Вот это да. Тьма направит. Слишком долго ты мне досаждала. Что же ты не сразился с кольцом солнца? Твоя участь неизбежна. Ништячок. От нашего гнева тебя слишком долго ты мне досаждала. Что же ты не сразился со мной в кольце солнца? Тебя ждет лишь вечная ночь. Бойся, могущество. Слишком долго ты мне досаждал. Что же ты не сразился со мной в кольце солнца? Меридиан должен быть алой кровью. Склонись перед ним. Слишком долго ты не досаждала. Что же ты не сразился со мной в кольце солнца? Твоя участь неизбежна. Смирись, прими свою слабость.
Слишком долго ты не досаждала. Что же ты не сразился со мной в кольце солнца? Зачем ты борешься? Вот и перед ужасом солнца. Честь решена. Умри под солнцем. Thank you.
Да вали его, блядь. Тебе конец. Айд следующий. Покрепленная тень меня спасет. Я не могу. Thank you.
Он бьет под подставками! Фух. Потненько, пипец прям. Потненько и плотненько. Thank you.
уходить! Передышка! Угу. Опустите оружие, но будьте начеку! Можно перевести дух и подготовиться. Thank you.
Передышка. Опустите оружие, но будьте начеку. Можно перевести дух и подготовиться. К оружию! Запах! Thank you.
видно. Передышка. Опустите оружие, но будьте начеку. Можно перевести дух и подготовиться.
передышка. Опустите оружие, но будьте начеку. Можно перевести дух и подготовиться. Оружию! Запад! Thank you.
Ёб твою ж. Что ты там тянешь? Аида, что ли, тащишь? Элой! 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 Хвала матери, ты жива. Я думал, тебя убили. А остальные? Они... Нет, нет, их потрепало, но почти все живы. Машины разрушили деревню и сразу пошли дальше. Они двинулись к шпилю, волоча за собой свой жуткий трофей. Позаботься о них-то. Мне надо идти. Так, ну что, я предлагаю на сегодня на этом закончить. Продолжим мы эту битву уже в следующей серии. Скорее всего, закончим эту битву в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч.